Колбасу совсем не обязательно покупать в магазине. Ее с легкостью можно приготовить в домашних условиях. Получается она очень вкусной и натуральной. Лучше всего сочетается с соусами и гарнирами. Для приготовления такой колбасы можно использовать не только свиное мясо, но и куриное, к примеру, филе. Если хочется, чтобы колбаса была жирнее, тогда кроме мяса, в нее стоит еще обязательно добавить сало. Свинина – 350 грамм. Чеснок – 1 зубчик. Соль – по вкусу. Перец черный молотый – по вкусу. Масло растительное – 40 мл. Кишки – 10 грамм. Количество порций – 3. Подготовьте ингредиенты. Нарежьте мясо мелкими кусочками. Выложите его в миску. Выдавите через пресс чеснок. Добавьте соль и перец черный молотый. Хорошо все перемешайте. Наполните кишку подготовленным мясом. Удобнее всего это сделать с помощью мясорубки и специальной насадки на ней. Отварите колбасу в течение 20 минут. В воду можете добавить лавровый лист, перец горошком, соль и прочие добавки по вкусу. Выложите колбасу в сковороду, на которую налейте растительное масло. Обжарьте ее до красивой румяной корочки с двух сторон. Домашняя рубленная колбаса готова.